Самаре продолжается работа по пресечению незаконной торговли, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Сотрудники отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей провели рейды по улице Старозагора 124А, Георгия Димитрова 117 и на пересечении Московского шоссе с улицей Нововокзальной. В итоге составили 9 протоколов об административном правонарушении. На территории городского округа Самара прием детей в первые классы осуществляется в два этапа. Первый этап – с 31 марта по 30 июня. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы по прописке, а также лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Второй этап – с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в любую школу Самары на свободные места, информирует в своем телеграм-канале Департамент образования города. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары приглашает жителей города пройти анкетирование на портале госуслуг по теме «Выдача разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних». Анкетирование проводится с целью повышения качества оказания данной государственной услуги. Анкета является анонимной, свое имя указывать не нужно. Администрация железнодорожного района Самара напоминает, что 20 марта в мире отмечают Международный день счастья. Праздник появился в 2012 году. Дата выбрана не случайно, в это время наступает весеннее равноденствие, когда день становится равен ночи по продолжительности. Таким образом, учредители праздника хотели подчеркнуть, что все люди планеты имеют равные права на счастье.